Познакомился вчера с девушкой одной. Внешность так себе, мура, характер заводной. Выпили всего грамм 300, тут случилось но. И я еще танцую твисты, а она в говно. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Прошлый выходной тоже случай был. Познакомился с одной, как зовут, забыл. Выпили всего-то 6, а брал дюрсо. А она не может сесть и под стол блюет. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Не поспоришь, сука, как ты не кричи. И бессмысленна наука, и молчат врачи. Где бы найти такую бабу? Что мне по плечу? В будущее верю слабо, лучше подрачу. Для тех, кто не в курсе, вы не думайте, что это песня про дрочиво, да? Это песня о синице в руке, понимаете? О синице в руке. Небольшая, сука, птичка такая. Небольшая, да. Зато своя. А не вот этот журавль, да. Ихний. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Опачки, это Лёша. Он сейчас как сыграет.